Держи!
Ветки разговаривали. Первый этап. Ушел. Он сейчас пойдет. Гарри! Что у нас выбирает? На ковер одежды приглашается. Штаны Марс одевает. Ширяев, Антон, Ставропольский, Николай Петрошин, Егор, Костян Ставрович. Готовится. Он дается. Минута, нет! Времени нету! Минута! Пошел! Стоп! Стоп, стоп! Ударный техник. Один балл. За что? Техническое время 7. Никита, работай! Никита, 5 баллов, 50 секунд делай! Это следующий я! Никита, хай-пи! Убейте, пожалуйста, сумку! Заграждение! Никита, уходи! Уходи, уходи! Уходи! Еще! Давай! Уходи! Ввиду невозможности продолжения борьбы с синим поясом, синий пояс,
первый день. Готовится 50 килограмм шалупа, Чекановская, Ситарский край. В этом году черт, я думаю, попал в лежал боец с красным поясом, вышел за щитом. А мы продолжаем награждение. 60 килограмм. Третье место. Никита Коновалов, Тюменская область. Глеб Каркухин, Ленинградская область. Второе место. Армен Аршакян, Московская область. И победителем стал Максим Куфаев, Астраханская область. И третье победителя Максим Бурыков. Внимание, глаза, еще раз, открыли глаза. Все.